Что касается украинских выборов, сегодня говорили и о них тоже в стране. И Зеленский, давая западным СМИ интервью, сказал, что, во-первых, он сказал, что контрнаступление продолжается, и сложность в том, что есть минные поля, что не хватает боеприпасов и прочее. Но относительно выборов, ему практически в каждом интервью задают этот вопрос, он сказал, что выборы будут, если будет обеспечена безопасность. Но какая же безопасность в стране, где идет война? Как ее можно обеспечить? Вы знаете, я думаю, что Зеленский отвечает так, как он должен отвечать. Значит, Зеленский не может ответить, сказать, что выборов не будет. Он сразу же получит обвинение в свой адрес, что он держится за кресло, и что он использует войну как предлог для того, чтобы продлить свою политическую жизнь. Поэтому он отвечает так, как должен отвечать. Значит, на самом деле... скажем так, всякие чудеса случаются. Но я думаю, что выборы в Украине в 2014 году, в 2024, извините, году, это такое чудо, которое просто противоречит законам физики, арифметики, химии и так далее. Вот, условно. Потому что я не представляю себе, как можно проводить выборы, когда примерно половина страны, какая-то часть страны находится фактически бездомная, находится в Европе, другая часть страны находится похищенная, находится в России, третья часть страны находится в оккупации, четвертая часть страны находится на фронте, где тоже не самые комфортные условия для выборов. Ну и в завершение, что называется, добивающий эту идею удар, это то, что выборы – это раздрай. Ну а как иначе? Ну, выборы – это борьба, политическая борьба, это раздрай, серьезный раздрай. И вопрос, насколько это способствует или препятствует победе. В конечном итоге эти выборы приближают победу или ее отдаляют. Ну и самый последний уже до конца, чтобы саму эту идею добить. Скажите, пожалуйста, вот в условиях сегодняшнего информационного пространства мы все понимаем прекрасно, что такое сегодня информационное пространство в Украине. Это, по сути дела, один канал, на котором периодически, это вот тот самый марафон, на котором периодически различные каналы, различные медиа друг за другом выступают. Вот у вас... Может ли быть представление такое, что будет абсолютно конкурентный, равный доступ к информации? Да? Ну вот это вообще возможно в таких условиях вот, войны, в условиях, когда действует военная цензура? Она действует в Украине, военное положение. И что, на выборы отменится это военное положение? Это безумие. Безумие. Вообще разговоры о выборах сегодняшние. Я понимаю прекрасно, что многие изначальные, которые были противниками ныне действующей власти, имеют на это полное право. Они, может быть, недовольны тем, как ведет, как, так сказать, руководит вот этим вот всем процессом в условиях войны президент Зеленский. Ну, что можно сказать? Я могу сказать о некоторой аналогии. Выборы в условиях войны в Соединенных Штатах Америки проводились дважды. Один раз в условиях Второй мировой войны в 1944 году, если мне память не изменяет. Но тогда Соединенные Штаты Америки на их территории не было ни оккупации, не было вообще. Война не шла на территории Соединенных Штатов Америки. Там, в общем-то, это страна, которая не знала тех проблем, которые есть в Украине. И первый раз, это 1864 год, во время гражданской войны. Но там, простите, там юг не голосовал. Вообще южные штаты, 13 южных штатов не голосовали. Mm-hmm. То есть... Это были выборы, причем выборы, ну, прямо скажем, это, ну, я понимаю, что критиковать Соединенные Штаты Америки, это, в общем, как-то не очень принято сейчас, но, понимаете, выборы 1864 года, это было издевательство, потому что Линкольн шел на эти выборы под флагом «Коней на переправе не меняют», и, значит, выиграл он
с разрывом в 10 раз. В 10 раз он опередил, я имею в виду, по выборщикам. Там более 200 выборщиков проголосовали за него, а за его оппонента проголосовали порядка 12 человек. То есть вот такой был разрыв, чудовищный совершенно разрыв. Поэтому, ну, это было издевательство над выборами, потому что было понятно, что действующий президент, который идет под лозунгом «коней на переправе не меняет», конечно, он выиграл. Поэтому, ну, вот не надо эти... Да, Линкольн тогда исходил из того, что мне демократия дороже, и все равно надо выборы делать. Ну, это ладно, это дело давнее, и смешно сейчас критиковать Линкольна, но... Это невозможно совершенно, просто невозможно. Поэтому эту глупую идею надо как-то аккуратненько похоронить. Мне так кажется. Ну, вы знаете, даже скорее, я думаю, что этих разговоров не так много в Украине, сколько очень любят западные корреспонденты задавать этот вопрос. И они практически, вот я же повторяю, в каждом интервью его задают. После посещения Украины Блинкен сказал следующее, и для нас это, конечно, очень важное заявление, что Украина может сама решать, как применять поставленное Западом оружие. По его словам, США не собираются поощрять нанесение ударов по России, но и они не поддерживают эти атаки, но окончательное решение по поводу того, как действовать, сказал Блинкен, это, собственно говоря, остается за Украиной. Ну, по-моему, очень такая трезвая позиция, и она начала звучать только сейчас. Раньше говорили, нет, ни в коем случае. Это отличная новость. Ну, строго говоря, вот какого-то формального запрета не было, но периодически говорилось, что да, и более того, видимо, все это говорилось в кулуарах, судя по тому, что я больше слышал это от украинских политиков, от украинского военного политического руководства, что вот нельзя. А вот так, чтобы от западных политиков, это не часто было можно услышать, но, видимо, все-таки в кулуарах, в персональных разговорах говорилось, что вот мы вам даем оружие, пожалуйста, не бейте по российской территории. Позиция совершенно идиотская. Понятно, что войну выиграть таким образом, чтобы бить только по своей территории, ну так войну не выигрывают. Поэтому было понятно, что рано или поздно эта позиция отомрет. Вот она отмирает. Ура, здорово, хорошо. Весь вопрос в том, чтобы больше давалось того оружия, которым можно бить далеко по территории России. Война должна прийти на территорию России, это совершенно очевидно. Без этого войну не выиграть. Да, мы с вами и в прошлый раз это обсуждали, и сейчас не грех это повторить, потому что, кстати, вы один из немногих экспертов, которые и немногих людей, вот, у которых российский паспорт, которые говорят, что война должна перейти на территорию России. И вот за это понимание вам огромное спасибо. Вчера посетила Крым, группа гуровцев посетила, и там они выполняли задачи. Они не говорят, какие, но сам тот факт, да, что уже сегодня представители украинской армии, украинской разведки могут быть в Крыму, говорит о том, что, в общем-то, встреча близка. Вот, то есть, как бы, надо готовиться. Ну, знаете, Главное управление разведки, оно занимается разными делами. И в том числе занимается информационной войной, информационным сопротивлением. И не только. Но мы часто слышим от, в том числе, генерала Буданова какие-то сообщения, какие-то фразы, которые, безусловно, являются элементами информационной войны. То есть это и введение противника в заблуждение, что неизбежный элемент информационной войны. Значит, мы помним, как президент Украины Зеленский говорил о том, что наступление будет на Херсон, а в то же время сразу же после этого наступление было на территории Харьковской области, весьма успешное. Это была явная такая операция по введению противника в заблуждение. Война. И, в общем, здесь обманные движения, там, информационные спецоперации, это все норма. Поэтому как там, что будет на самом деле, мы не знаем. Вот. Прошли времена, когда полководцы говорили «иду на вы».
да, вот это все. Сейчас уже на «вы» не идут, сейчас даже на «ты» не идут. Сейчас уже, так сказать, совершаются ложные движения, обманы, информационные завесы и так далее. Это современная война. Это совсем, она более того, она даже другая по сравнению со Второй мировой. Здесь идет электронная разведка, контрразведка, электронная игра, радиоигра и так далее. То есть, и я думаю, что да, Крым, скорее всего, в какое-то время будет деоккупирован, но прогнозировать точную дату и даже время года, когда это произойдет, я бы не стал. Но идет все к этому. И во многом это зависит от того оружия, которое будет дано Украине. Дальнобойные ракеты, прежде всего. Таурусы, там, F-16, самолеты. То есть это все элементы украинского наступления. Украинской победы. Украинской деоккупации Крыма. Если и когда Крым будет полностью отстреливаться, Крым превратится в остров, ну, тогда уже вопрос о его деоккупации, это будет вопрос уже какого-то времени ограниченного.